Трое сотрудников строительной компании в местности Нововесть спасли жизнь ребенку. Мужчины отреагировали на крик матери, зовущей на помощь. Ее ребенок задыхался, заявил Роберт Дронь, заместитель мэра Вронки. 3 декабря молодые люди находились на стройке. В какой-то момент из дома рядом со строительной площадкой выбежала мать с ребенком на руках. Малыш уже посинел. Мужчины не растерялись и немедленно начали спасательную операцию и восстановили дыхание ребенка. Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич стали настоящими ангелами-хранителями для ребенка. Подбегаю до мамы, мама кричит, плачет, кричит. Я не знаю, долго стоять, но шок, у нее стресс. Она так, как мама, и дитина не дихает. Она мне дает дитину в руки. Я ее беру правой рукой за живот, лівою тримаю за спину. Дитина, ну, як мінімум, не дихає, не рухається. Ми почали стукати. Я розумію, що ну, реакції поки ноль. Я чомусь вирішив на ліве коліно стати, а дитину положити на праве коліно, прижати животом, моє коліно. І спробувати ще вистукати по спині легенько. Я буквально 20 разів стукнув, і дитина зригнула. Медики сказали, що в понеділок дитині робили щеплення, і це була реакція на щеплення. Дитину, як забрали в лікарню, робили перевірку там, всю дитину перевіряли і робили рентген, то правда сказали, що висвітлили, що там в нього є деталька якась. За такой достойный поступок Роберт Дронь лично встретился с ними, поблагодарил и вручил им символические награды.